Был. Вы что, побежали брать его? Он шарится или ему надо каждому брать? Впрочем, пофигу. Давайте возвращайтесь сюда, и мы начнем. Чекмапу. Ваш самосвод. Что не хватает вам? Решимости. Непобедимые воины. Карты слева. Теперь наши силы едины. Ваш... Уже здесь стал. Сила сферы позволит вам на пульте. О. Честно. Дряга. Понятно. Хан, ты точно напуливали? Меня Тулдарама не напуливали. Я Тулдарама напулил. Странно, в чем он туда на сову пошел. Пряга. Блять, минус 3. Суслятинку Берни. А Супердру. Рочестера. Там вставайте. Тулдарам, Гэнджун, берите от него РДД. Сающий вихрь на мне. Дружинка в центре, на сферах, на которые вагонные. Блин, да, прожмишь там что-нибудь. На тебе каплю. Стою. Дружинка у двери. Осторожно, бомба в центре. Киньте мне еще нить, ё-моё, куча ДД стоит слева. Падает и падает, а вам похуй всем. Как так можно? Два ханта, два приста. По умолчанию, на кинетике. Уже тарелку кидаю в эти бомбы. В центре упало, куча народу стоит, никто не может ничего кинуть. Кинетика. Следующий вихрь, рядышком там, отходи. На сферах, короче, на этих, на бомбах. Вон три справа у двери, вот сидите и бейте их. По ханта и прист, или один хант, они там все равно рядом две. Насладитесь болью. Фонарь и кровь. В центре бомба, в центре бомба. Дайте упасть. Разлетелись. Ничего себе, меня откинуло. И прольется кровь. И прольется кровь. Куча вихрь. Надо отойти, чтобы полететь обратно. Не получилось чуть-чуть. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Силы там 1%. Кровь.
королева. Они идут. Своих убить этого моба одного. Воятель надо кому? Кризи Баламут. Кризи Баламут, кто выше? Кризи. Бля. Килы надо? Оф. 10. За 10 бери. И вот эти вот кольчужные тапки. Надо на янх кому? Красота. Надо, ну не надо. Зачем тебе? Кризи, ты на оф ролил, на воятель? Оф. А кто на мейн ролил? Мейн Баламут ролил, да? Значит, я ГП Баламут накину. Ты передашь ему вещь? Окей, накидывай ему тогда. Он не... А как он ролит тогда? Подождите. Он не может печенки ролить или вообще вещи? Что-то я как-то... момент решить. Да, просто, ну, понятно, что я там рейд-лидер, но, блин. У него маг, инмейт, если он пишет, что там... Ну, и ролить ничего не может, и это самое. Пищу тоже не может ролить, как драконовские условия какие-то. Это у вас типа не было людей, что вы брали ДК без сокета, без чата? Может, трэш совсем? Это гильдейский, да. Трэш бьем, контроль, престы, командиры, тактика слева, справа. Короче, трэш почистим, разберемся с этой херней. Один. Не мог пойти нормальным БД. Все, врываемся. Тактика. Все прожимки отдал. Гнев небес. ПКД, тактику молотку, молотки с холода. И вот это дерьмо свое кастуем. Волшебный поток. Не забывайте. О, потом тактика. А, пусть в корнях сидит, добивайте этих слов ХП. Тактику стеночки вот этого, да, куча. Маг ГП. Тебя устраивает такой вариант? Нормально ли это будет? Ну, по правилам ГИ. Зачем мы взяли вагон на 5.5 без сокетов, без чара? Зачем? Какая польза от него? Просился вагоном и сказал, что туда идет магом на любого босса, где нужно будет давать ДПС. Ну, там лич, профы как бы убили. Вообще у нас по ДПСу. Сказал бы, что прям супер не хватает. 280, 270 выжимаем с рейда. Тиндерлич, да. Пулим, ханты, молодец.
предлагаю их побить. Переключить печать на уешню. Нет. Ну да. Я думаю, что трэш-то все срывает. Она и так неплохо, в принципе, настакивается. Их не очень много, но то, в принципе, на 20 человечек можно и смещением. Ставьте рыбу. Там на трэше упало человек 3-4. Рочестер поднимайте. Так, раздавайте. Так, по поводу лута. Ты отдал пушку ДК? Изи. Баламуту отдал? Отдал. Отлично. Тогда ГП я начислю магу, правильно? Правильно. Пойти маг Инмате, да? Отлично. Мы так и решили. Погодите, я накину ГП и начнем. Зачем вы даете ГП за никому не нужную вещь? Вы что, уже вообще? Там двое ролили. Да пизды, Войт, ты получал эту пуху за 1500 ГП на своего паладина? Ну давай, скажи им. Если получал, то Войду тоже накиньте 1500 ГП за эту пушку, что на нем сейчас висит. Смотрите, если так разобраться, сначала идет ролл на мейн и ролил на мейн второй, а второй ролил на уф. Поэтому, если в первую очередь смотреть ролл ДК, то ему получается по мейну. Все правильно? Балаган, просто не кидай ГП ему за эту пушку и чекай на пул. Надеюсь, меня будет. Что вы, Баламут? Клота, прочестов, певчи. Готов, пошли. Это было неразумное решение. Он тихо говорит. Факты сносим, выносим. Танту кусишь, Клота. Или Менел Тора, кого-то из этих ШП. После двух ШП укусы сдаете по рекаунту, кто там дамажит. Супердру метка. Маги глобуют, паладины баблуют на тенях. Тактики. Кстати, там Нелтора как раз перед тобой стоит, и вы не держите рейндж почему-то. Пердру. Ну, в центре лужу разбивают. Ей, да? Да не бегите тогда, когда Лана будет взлетать. Будьте там как-нибудь в другом месте. На пульте на сумасвода. Пендель сорвался. Два. Три лужи в центре. Подходите туда. Юпи, не умри. Зеркало брыть. Зеркало, да, на ханте. Что пора делать? На маге. На маге. Мут. Раньше набирайте и оттуч отходите подальше, чтобы не сдохнуть. Темная аура включена. Это ретрик, пусть мастер аура нажмет сейчас. И рендж 8 метров. Укусы.
Рэхант укушен, главное, вагон, а Клод не укушен. Ну ладно. Успел просто передать. Бывает же такое. Я просто вышел сразу из эфира. Откил. Что там с укусами? Откил. Умрет, нет? Умрет. Гера может? Можно, а можно и без нее. Я вообще укусов жду. Передача укуса осталось чуть 8 секунд. Кто выноси, укусы передавайте там. Одна секунда. Пили, да, и стрелой получил по башке. Ну, классика, чё. Подвеска. Хорошо. Ченка, пал жрец лог, героическая. Да, хорошо. Нет, это не Рочестер, это тебе, давай, заходи. Нахпала Печенко, развел Юпи. Юпи. Квесты забывайте, друзья. Печенко. Осколок. Прикиньте, мне сумки багруха упала. Да ты чё? Отдавай мне. Ого, у меня аж сердце подскочило, вы что? Охренеть. Подвеска на ПВП ролите, она же без ГП вроде, да? За 10. За 10? Кому там надо подвеску этой крови? Обычную, да, сейчас раскидаю. Хорошо, тщеславие, я вижу, да, черный кофе. Надо, короче, никому. Ну, сейчас кому-нибудь отдам тогда. А вот, нашел я кого-нибудь. Он уже офнулся, понятно. Ну, вот, пусть. А, Печенко. Охотник-шаман. Надо кому-то, Вар пишет. О, ничего себе, у вас киллер. Парол туда отдам. МГА 76. И вторая. Такая нужна кому там? Вагоны, ДКшки. Надо вам? Да кидай одному ДК и все, вот этому Хейзи давай. Нули, спасибо. Погнали трэш чистить. 2 минуты, да, давайте. К свалне все были. Олег, Кевчик, ты здесь? Кто-то из, ну, администрации, скажем так, гильдии. Ну, во-первых, засрач разгорелся с этим. Илики бьете ледяную и это, смерть РДД бейте, заливайте. Все с магом, который идет персом не с гильдии. И ролит вещи. По правилам гильдии ему нельзя ролить шмот. Правильно? Да. Правильно. Как решить вопрос? Либо не брать в рейды, либо если уже взяли, то что будем делать?
Кинь ДП на мага, 10%. Процентов от рейда? Или как? 10% пушку кинем на мага ДП. Хорошо. Завести этого персонажа несложно. Я тоже считаю, что 10 ТП это норм. Передаешь ему инвайт. Передаешь ему права ГМа. Тем персонажем ливаешь с гильдии, вступаешь в эту. Это делается за 7 минут. Идеальная, да? В свой раз завели срач на полчаса, наверное. Срач никто не разводил, на самом деле. Как обсуждали. Печенки такие персонажи тоже могут ролить, правильно? Нет. Чем? Или все могут ролить? ПР у мага. Там нормальный, наверное. Нет. Так не видел. До 5, наверное. Смысл-то нам все равно не выиграл бы ее. Тут не своих нет, тут лучат нет, если кто-то это. Прошел все с гильдии. Что, серьезно будет за 33? Он на одни сутки, да, включает. А зачем? Чтобы рейды не собирались. Хотя, чтобы люди задонатили шмотки персом, который включает. Прикольно, да? Было бы статистику посмотреть доната хотя бы за один месяц в дураке по вещам, не по боевым именно. Думаете, какой оборот доната в месяц у сервера? Если они делают призы в качестве какой-то ачивы бесполезный или маунт, который покупается на ауке за 50 тысяч голды, то слабый. Ну, в рублях, допустим, сколько это, как думаете? Мне кажется, на 500 000, в принципе, есть доната в месяц. С чего? 500 000? Полмиллиона рублей доната. Ты шутишь? Сколько? Больше, меньше? 100 тысяч наберется, там, 200. Сколько? 1200? 1100 там. Это не X5, где призы дают в это. Не в игровой валюте, а в реальной даже, за арену. Онлайн сервера маленький, чтобы прибыль была 500 тысяч в месяц. Сейчас убьем этих дурачков, спектрить с хилов, у кого есть хилы. Сова, есть хил? Нету. Ну ладно, Гельсинг в порт у нас, фолипал еще один. Значит, полетают. Полетают. Два хпала, F-шам. И... Да, в принципе, все. Хотя нет, пусть два эршан, два хпала. Друза хилит один рейд? Мне кажется, нет. Летал в гере. Ладно, давайте шкаф смоним паладина. Ух. Могучий камень чар делает. Пожалуйста, шкаф. Тыкайте на сумму. Супер, значит, смотри, если не летал, то хилили рейд, супердру и вальку. Два шамана и холипал, певчи прилетают. Нормально, если три хила будет или маловато, как считаете?
Больше некуда взять, чтоб было. Смотря какие вы. Одного эрдру на рейде оставлять, что-то я боюсь. Может не справиться. Джерем и полиприст, есть фибрилляция, есть рестер шаман. Бегайте с хилов тогда. Три шама тогда будете летать. С холипалом. Три шама, холипал, четыре хила норм. Дайте рыбу там. Так. Два эршама. Пал. Три эршама. Чего мне не показывает, что... Какая-то фибрилляция. А, вот все исцеление. Пусти рыбу. Джерион, спекнешься, похилишь? Ну, минут через две. Изя, одна минута. Ну давай одна минута срочно, а там и этот Джерион будет. Каша больше, чем перед профом. Надо, идите. Только ненадолго. Ладно, давай, погнали. Чекай. Давай. Все, гоним так. В принципе, нормально, так можно людей отпускать. Да-да-да, идите АФК и запускаем. Нормально. А что еще делать? Слева с эти спортсмены. Приоритет подавители, магия, потом все остальное дерьмо. А вот слева подавление, где жирный? Вот жирный тут у нас. Слева. Усиление магии есть на Вальке? Почему-то я не вижу его. Магия. Как вы можете это объяснить? И оно все-таки есть. Танк слева есть? А я танчу слева. Вот, пожалуйста, черепок. О, усиление кинули. Молодцы. Порталы. Слева. Кините его. Не жердяй. Спиди уже. Сами Геру дадите себе, паладины, когда дадут Геру, жмите крылья и кидайте на Валитрию возложение рук. Под Геры желательно. Вот Рэша много. Убивайте его. Короче, ведь мага. Все остальное. Справа огнем, сверху. Лево ледяной. Очки полезли. Еще дайте. Рост. Рост, дайте рост. Крылья и возложение. 5500, нормально.
скелет огненный. Ледяной тоже, кстати. На Синдру пойдем в 5 хилов. 2 Хулипала, 2 Эршама и Эрдру. Сгрут на Файра. Надо. Фибрилляция была в этом, в хиле. Разве нет? Бьерн, что не берешь грудь? Может быть, Файра сделаешь потом? Бьерн, это топовая грудь на Файра. Я тебе кину за ГП, даже если не ты надо, не хочешь. Не хочу, не хочу, не надо. Похер, я РЛ, я кину тебе за ГП ее. Так мне не надо ГП, ну блин. Ну вы мне просто так ГП сейчас причисляете. Я не хочу. Хочу за 10% тебе. Ну все равно не хочу. Мне и так ЕП мало на маге. Страшно. ЕП будет. Да пиздец, плакать будешь. Извините за выражение. Плакать будешь. Бьерн. Ну, просто хотел ГП тебе дать, извини. Джи. А, нет, не одессит. Пояс. Бисовый с РПБ. Надо кому? Ролилешь. Роли, а я ж не кидал его на ролл. Ну ладно. Это Грай был амут. Га выиграл, согласен. Больше у него. По ноже у них отлично будет смотреться с ШП. Вот это грёбаное кольцо, оно вообще падает с этой палитры ебучей? Падает, падает, но не часто. Так, 583, да? Где он? Игра. Бабах. Вроде, да? Пошли на трэш. P300 за печенку. Хорошо. Сейчас кину. А кого нету? Что за не запускать? Я здесь. Надо сейчас выйти и зайти обратно. О. Кинул тебе за печенку 300. Печенки кто получал? Юби, Войд. И кто-то еще, да? Никто больше не получал. Никто. И печенки жрать было. Клятинка, сколько у тебя времени еще есть? Тендерлич у нас осталось. Панти трэш, дракончиков. Я вижу, что тут привели вы уже их. Что за них химить? Охренеть, вот как ты меня. Блять. Как хилить-то двое этих стражей, они постоянно откидывают всех. Манханты, а. На стримку понял, как мы будем. Бабл нажал, блять. Бегает там. Багрухой будешь делать, Бьерн. У меня тут лог есть 19 уровня. У меня есть лог 62 и сова 64. Да, она там, не покладая рук, короче, жарит всю эту пачку. Видно, там кто афукашит. Ну, хилите просто.
Чего они таунт-то не восприимчивы? Раньше можно было их станить. Тигру плут, если что. Опа. Синьку, зеленку пылим. А нидить можно только фиолетовые хуйни. Не знаю, как в других рейдах, но их будет так. Пайлок, врывайся, прям сразу врывайся. Там дерево поднимет. Мы начали жрец вроде. Поднимем. Опять упал. Синий взлетит. Холодный врыв. Песня креста. Там резко. Веди сюда дракона второго. Берем, вставай. Помут на мага, отлично. ДК здесь очень нужно, так много. Понял, последенько. Так, захиливайте рейд, убирайте там тотемы, петы эти, отойдите чуть-чуть назад. Завис кто-то, кризис завис. Похи вам. Вам. Паладин упал почему-то. Не убрали, что ли, тотем какие-то? ФК. Хвост Синдрагоза. Пешите своих. Они там отвалились. Перезаходите. Там в комнате. Дессер это код, который 5.6, да, тоже? Смотрите, если вам надо идти, то, в принципе, что, можно поменять. Как если ТПС не будет хватать? Заходить на основ своих невагонных. Пробафаю всех, погодите минуту. А рыба есть? Так, вон ворот сзади стоит. Пир. Там пир стоит. А рыба есть? Лучше первая рыба тоже была. Сколько он там прибавляет? 3 СПД этот пир прибавляет, да, или что? Ну, может, Лимошка, вот зашел этот ДК, который вагон Амага, да, и пать магу, и погнали.
Ты кем уходишь? Баламутом, да? Правильно? Баламутом уходишь же. Кем-то его. Или на кого тебе ЕП оставить его в восьмой группе? Чкикну я, потом зайдешь, если что. Пойти фулбаф, танки фрошмот. Под лапу несем каждую метку. Каждую. Хлеба, которые мы будем относить влево, разбивают только милики. РДД играют в Асиндре. Так и не стакать, особенно на второй фазе. Кристо болтать. Килы. Пятая пати. Два хулипала, два эршама, эрдру. Здесь хватит хилов нам тут. Пять штук. Тут сколько? Шесть освобожденных вешается, да? На рейд. Так, мат здесь. МК по кругу тогда. Я думаю, разберетесь. Гэндальф с услятинкой, мати. Все были довольны. На пол. Ой, не готов. Свод, смарт-килл. Где сумасвод? Свод сидит. Подтвердил готовность. Нет, не подтвердил. Вот ты здесь? Что, писал он что-нибудь? Вроде нет. Вот, ты где? Там эта пушка стоила 1000. О, самосвод, все. Так. Чек на пол еще раз. Шумак. После Синдры. Гэндальф, готов? Пускаемся. Т. Самосвод. Такое. Пулы. Маги копии желательно не сжать с пула, потому что можете отъехать. Это на первой притяжке. Пускаемся. Что, два ханта не на пуле? Пуле, я думаю. Притяжка. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь... Ты где Печенко стоит? Чну под ногой. Сюда вот, где Печенко. Выносим метку на второй фазе. Сейчас выносим на лестницу метки. Одна на мне. Стану здесь слева. Метка 200 тысяч. Вижу. Говорить там кто-нибудь. Слева. За который прячемся, не бить. Не бить, слева там же. Право далеко. Склеп, склеп с 30% стоп ДД. Правый склеп рядом. Можно подбить. По центру не бить. Правый дальний склеп. Разбиваем. Крепись,
ваша жалкая магия теперь бессильна. Еще важная инфа. Паладины, которые милики, силы выносят капельку, не капельку по эту, а метку под лапу на второй фазе. Дайте им каплю в очереди, моя будет первая, Войда вторая, Экстримки третья. Бежали. Пока ничего не делаешь, поменяй лут. Говоришь? Лут поменяй. Да, давай. Шесть процентов. За 2000 ДПС это нормально. Пятенка 600 пинг, если на нем метка будет, и он будет тупить, отходить лучше от него. Одна взлетка. Смотрим за метками. Шлятинки пинги, на нем, кстати, метка, отходите. Широко не разбегайтесь, то прятаться неудобно. Бомба слева. Хорошо, минус 3, прикольно. После фазы супердру поднимешь Гельсингфорса. Сова поднимет Миналтора. Одна бомба справа. Нейтральным играйте. Отбивайте. Быстрее склеп разбивайте, сейчас сдохнут люди. Клятинка справа еще. А Бергер Сингфоркса. Супер, блять, ник вообще пиздец. Именно Тора поднимайте. Бафы сразу. Лапу. Ту. Один от все бафы. Будет валяться притяжка. 3 секунды. Притяжка. Переводим. Бегайте и переводим. Все метки под лапу. Переставь портал. Фаза 2. Шлятинка умер. Там пинги у человека. Будем бэрить. У нас нет бэра, кстати. Экстримка под лапу. Уходим все. Все уходим от экстрима. Левее стань чуть-чуть. Вот, да. Чуть-чуть левее надо остановиться. Первую, вторую несем. Под босса. Не разбиваем. За ней скидывает ДК стаки. Бриллиация под лапу. Тут накидайте дот ей. Ждите притяжку. Эти доты, не стесняйтесь. Хлопайте. Следующую метку. Вот разбивайте. Сливайте под лапу следующую. Успеете слить. Забираю ДК. Если не скинул. И вторую сразу. Еще одна метка. Все, под лапу ее. Инмати, маг. Магу каплю. Не рук, потому что он сдохнет. Сливаем склеп. Гельсингфорс под лапу, не знаю, там нажми какой-нибудь деф ближе. Следующая будет притяжка, поэтому на следующие не сбиваем. Пердру, дубани жопу и под лапу. Метку ход дотаем. Тяжка 2 секунды. Ну там как? Не меня, сейчас отъеду. Смарт-килл вноси. Разбивайте первую. Че, нечего рейду дать. Те оба склепа. Скидывайте в стаки. Блять, это хильте. Гимн от хилы, хильте, блять. По 2 стака набирайте хилы. Сейчас под лапку. Разбивайте склеп. Давайте геру. Я умер, забери ДК. Нет на меня. Эти ДК, сколько там, 17%? Наверное, не успеете.
хлеб разбивайте, следующая притяжка будет. Вот, скинь стаки за склепом тогда. После дыхания. Следующее. Вносите под лапу длинноухи. Выноси. ДК скидывает стаки за склепом. Поворачивай синдру, да. Поворачивай, скидывай стаки. Сейчас все равно притяжка будет. Тиму Фридом. Да нет, схилочка. Да нет, все, давайте тогда ляжем. Блять, у нас куча хилов упала. Какое-то дерьмо. Ведь на этих, на бомбах падаете. Тоже не ок игра. Там два человека у нас, да, на бомбу упало. Плохо. Деньги вон у людей. Может, я скажу глупость, ребят, но, наверное... У нас еще очень мало кастеров полумойка. Из-за этого освобожденка на хиловых фермах. Одного милика я поменял на мага. Можно сейчас второго загнать тоже. Кого-то. Кто у тебя там есть ДК? Хочешь, я вместо Роги зайду на кого-то там? Шипа или Лока? Не, Рога пусть будет. Рога-то норм. Ребята, осколки чего? А, осколки, но все равно Войт собирает. Смысл тебе в армии тебе. За осколками. Или он первее. Так мы, в принципе, можем убить легко. По джерину хочешь спекнуть. Чтобы шестик было, что ли? Согласен, рулит. Я смотрел через киллбот на хп танков, но вот на холле пали метка, а шаманы хилят цепухой и все, волнами вообще не хилят. Слушай, Войт, а почему приступ похер на освобожденку? Я просто как бы это, не в курсе. У него есть одна кнопка, типа молитва восстановления, которая не дает стак. А, понял. Прикольно. Вы сейчас там на ком? Драглич. Тянитесь, ставьте еду, бафайтесь. Кстати сказать, если за шамана давать там какой-то каст долгий, ну там типа цепухи или волны, а после этого сразу быстрину, то тоже только один стак даст. Ты имеешь в виду дать стак сразу после ГКД, точнее скилл? Если давать быстрину после каста какого-то, который не мгновенный, то будет один стак, а не два. Давайте фулл баф. Прото раздам. Зердру тоже. Восстановление кидаешь, например, сразу умножение, то все, два скилла за один стак. Я не кидаю правосудие света. Потому что я играю через правосудие мудрости. Я поэтому с Андреем печально. Торт, спекнешься в хила в холле креста? Или ты уже спекнулся? Чтобы 6 было. Куда была такая идея тебя в холле креста спекнуть, чтобы ты тоже хилил? Ой, запустили уже. Едет сейчас пол рейда, да? Нет, мы туда играем. Будем 5 хилов туда. Притяжка.
малышка, беги! Вы чувствуете, трепещите, смертные, ибо ваша жалкая мания теперь бессильна! Здесь ваше вторжение явно... Метки. Метки. Бомба в центре. Побольше внимания, а то вы все слева сконцентрировались. Не бейте, за которой стоим, слева. ХП двойное. Осторожно. В центре стоп ДД по этой метке, она там еще развалится. Последняя бомба. Все, разбивайте. Левый еще склеп. Блять. Есть БР? Есть? Поставьте плюсик. Да, пацаны, вы кончили, на могиле нечего сказать. КД. По Индриаге. Тяжко. Вы чувствуете, как Тяга, есть БР, да. Ними приста. Пусть всекает. Нам тебе нужно. ПС. Катится там у тебя. Летка, дотайте синдром. Стабаф. Каску, крест ему. Дулап. Крест по пристам. Крест обязательно. Метки. Кризи, тщеславие. Жу набирайте. Хайной ХП не делайте. Вот хорошо встали. В центре хуйня. Еще одна слева летит. Вторая. Бомба за спиной рейда. Перемещаемся оперативно. Бомба справа у вас там за спинами. Бам склеп. Бегом, бегом. Надо всекать, сейчас переведем ее.